знаете, мне порой так стыдно за наш народ. Сегодня утром я выложила пост в помощь девушке, у которой случился инсульт, будучи беременной. В общем, ей сделали, я так понимаю, кесарево. Девочка лежит в парализованном состоянии. У нее маленький ребенок, и муж собирает деньги. Сегодня в доказательство он поехал в больницу. Я лично по видео видела его жену, видела ребенка. Он на этом видео говорил, я делаю это видео для Ксюши Бородиной. И мне стыдно, что появилось огромное количество активистов, которые начали писать в комментариях, что это все неправда, что он собирает бабки для себя и так далее. Вы не имеете никакого права так лезть в их личную жизнь и мешать им собирать деньги. Это личное дело каждого, помогать или нет. Побойтесь Бога вести себя так. Вы требуете доказательств, я эти доказательства сегодня лично видела.